Если сильный проводник, и ты стереотипишь собаку, то смотри, что делать сама. То есть он прям будет чувствовать побег, побег, и он сейчас отпустит, тогда он начнет угождать проводнику. То есть это тоже все. Таким образом, он будет постановки отпускать сам. Смотри, мама, какой я красавец. Смотри, какие тебе. Нет, мне кажется, нет. Да, это с ним не пройдет. Но вот как раз вот это неподчинение можно как раз отнести к стереотипу. То есть за стереотипы своего упражнения. Вроде постановка, хаос, контратака, хаос, задний комбайн, если я продолжу. Да, то есть прям с некоторыми методами. Я знаю, где недостаточно, которые я за никому так делаю.